Сегодня в первой половине дня в железнодорожном районе Ульяновска полыхал пожар. Горело трехэтажное кирпичное административное здание фабрики «Русь». Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По информации управления МЧС по Ульяновской области, пожар локализовали на площади в 3000 квадратных метра. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 90 человек личного состава и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 20 единиц техники. Было загорание кровли. Соответственно, производство здания, находящегося на реконструкции. Сейчас производится тушение пожара по повышенному номеру, по рангу номер 2. Кровли данного здания, где произошло загорание. Кровли деревянные, крытые металлом. Самостоятельно покинули здание 5 человек персонала. Пострадавших нет.